В общем, дорогие друзья, постепенно дети взрослеют и от малолетства переходят в школу. Когда мы учились в школе, все вы помните времена нашей пионерской и комсомольской юности и словосочетание «лес рук» после вопроса «кто пойдет отвечать к доске?» Все вы хорошо помните, кто да? Кто там смеется, расскажи нам, мы все вместе посмеемся. Помните? А голову ты не забыл. Да. В общем, мы думали, что это все закончилось. С мамой придешь. А оказывается, что современные учителя ни в чем не уступают тем учителям, которые учили нас, и иногда тоже искрят. Перлы наших учителей и от наших детей, от детей наших детей, от детей наших друзей. В общем, страница для учителя. Никуда не годится, Петров. Сочинения нет, стихотворения не выучил, и пиво теплое. Ну вот, Иванов, ну вот посмотри, ну что же это за каракули? Ты же еще в медицинский-то не поступил. То, что ты с выражением прочитал нам Некрасова, не избавляет тебя, Сидоров, от брусьев. Кто отменил телесные наказания в России? Правильно, Сидоров. Идиот отменил телесные наказания. А с родителями ты тоже по-киргизски разговариваешь, Сидоров? Вот принес бы ты вторую обувь, поставила бы 5, а так 2. Я знаю, что ты выучил, Лейдерман. Опусти руку и сядь. 4. Передо мной стоит трудная задача сделать из вашего класса конфету. Так, а сейчас выплюнь жвачку и сигарету и прочти нам Пушкина еще раз. Вот из-за таких, как ты, Маяковский застрелился. Зачем, интересно, тебе в туалет, если ты такой умный? Так, Петров, бери свое пиво и иди к директору. Он тебя уже ждет. Я просила намочить тряпку, а не плюнуть на доску. Ну что, соколики, все готовы к деепричастию? И завтра, чтоб в школу без бюстгальтера не приходило. Если я еще раз во время контрольной у кого-то увижу айфон, тресну палкой для селфи, не обижайтесь. С таким поведением, Козлова, у тебя в жизни будут большие трудности, если ты, конечно, не поступишь в пединститут. Аплодисменты, дорогие друзья.